Огромное спасибо всем спонсорам канала. Напоминаю, что теперь по воскресеньям я на стримах озвучиваю тайтл «Ублюдок 3 франга». А если вы не успели посмотреть его на стриме, то он доступен на ютубе для спонсоров либо в группе ВКонтакте или в Телеграме. Ну а если вы хотите читать данный тайтл самостоятельно или найти для себя еще какой-нибудь крутой тайтл, то добро пожаловать на сайт Реманга. На Реманге главы выходят быстрее, чем у конкурентов. В наличии удобный интерфейс, классная навигация и отзывчивая администрация. Регистрируйся на сайте Реманга по моей ссылке и давай уже читать мангу вместе. Ну а теперь приятного просмотра. Вот она, бомба, которую Бог создал из собственного тела. Ни я, ни малышка Ло ничего не можем сделать с ней, но сестра может справиться. Никакая я тебе еще пока не сестра. Еще пока. Значит, что скоро ей станет? Точно. Так просто? Слишком быстро. Этот энергетический барьер поддерживается вирусной энергией, что существует за счет ментальной силы. Прорвешься ментальной силой изнутри, сломаешь барьер. Это же основа основ и использование ментальных сил. Вы не знали? Основа? Я чувствую себя униженным. Отойдите назад. Я иссушу его энергию. Взрыв! Энергия внутри него нестабильна. Это все, что я могу сделать. Все не так плохо. Главное, что город цел, с остальным как-нибудь справимся. Сестра Сюань, Бог мертв? Нет, он сбежал до того, как я пришла. После создания бомбы его сознание покинуло тело. У этого парня ментальная сила на уровень выше моей. Это значит, что, по сути, никого сильнее него в этой области пока нет. Кстати, где Цзотянчэнь? Гао Фэй, малышка! Джань Джиньюй? Ты разве не помогаешь Цзотянчэнь в Хандоне? Цзотянчэнь велел мне вернуться. Цзотянчэнь, господин Ци и Рэн Ян пошли в гнездо инфицированных, чтобы убить бога. Что? Ты хочешь сказать, что бог сейчас в Ланхуа сражается с твоими друзьями? Ага. Разве нам не стоит вернуться? Мы можем придумать другой план, но если город будет уничтожен, все будет зря. Бог не может использовать свою полную силу, он ограничен телами, в которые вселяется. Пока там есть Гао Фэй и Малая Ло, все будет хорошо. Они справятся. Пока он не вернулся, у нас есть время подготовиться. Но времени немного. Метеоритный осколок резонирует все больше. Скоро он активируется. Я знаю. Нужно заканчивать быстрее. Так что, жрица, проявишь немножко инициативы? Этот бог, на что он способен? 10 минут спустя. Неужели битва? Предатель сражается с людишками? Ритуал активации почти закончен, а предатель упустил шанс эволюционировать и сбежал? Это ты? Где предатель? Рэн Ян, Цинь Линь, вперед! Да! И ты здесь? Вот он, предатель! Значит, перешла к людям? Ха, 10 минут назад. У него ментальный тип силы, так что его методы и атаки очень странные. Но у него есть 3 хорошие фишки. Барьер, проникновение, ментальный шторм. Проникновением он контролирует других зараженных людей, так что в бою его использовать мало шансов. Значит, нам надо сосредоточиться на барьере и ментальном шторме. Это способность барьера. Да. С текущим уровнем мы ничего не сможем сделать. Этот энергетический барьер использует всю энергию внутри гнезда. Чтобы собрать всю энергию, потребовалось где-то полгода. Его собственный барьер намного слабее этого. Но ведь его все равно довольно сложно разрушить тому, кто лишь на 4-й стадии. Конечно. Вы бы тогда не оставили меня в живых, верно? Чтобы разрушить барьер, нужно сосредоточиться на 3 его слабостях. Во-первых, пока барьер активен, он ограничен в движениях. Барьер сильный, но неподвижный, что позволит его спокойно атаковать. Во-вторых, барьер выглядит сильным, но внутри он нестабилен, поэтому требует очень много энергии на его поддержание. Точные и сильные атаки с разных направлений его не уничтожат, но точно сделают хрупким.
В-третьих, когда барьер ослабнет, стоит применить одну неожиданную сильную атаку, и результат не заставит себя ждать. Сан Бяо, сейчас! Сан Бяо, поторопись! Уноси щупальца! Это мое, верни! Бой не окончен! Куда ты собрался? Людишки, думаете, если пару раз смогли меня коснуться, то сможете победить? Что ж, вот и узнаем! Ха. Остановился! Эти людишки не продолжили атаковать вблизи, держатся на расстоянии. Неужели предательница успела рассказать им обо всех моих способностях? Если мы оторвем щупальца и убежим с ними подальше, ему понадобится больше времени на восстановление. Не больше 10 минут. Если не убить его за это время, щупальца снова отрастут. Убить за 10 минут? Его тело недостаточно крепкое для 4-й стадии. Если разрушить барьер, долго он не протянет. Как только отрежем щупальца, нужно поддерживать безопасную дистанцию. Не глупите и не подходите слишком близко. Что? Почему? Из-за ментального шторма. Ментальный шторм – это шоковая волна сильной ментальной энергии. Заденет всех, кто окажется в зоне поражения. Если ментальная энергия человека слабее шторма, то она будет подавлена. А в худшем сценарии этот человек мгновенно сойдет с ума. Пускай мы на 4-й стадии, но если попадем под ментальный шторм, не сможем воспользоваться силой даже 3-й стадии. Единственный выход – сражаться за пределами радиуса поражения. Как далеко? Около 15 метров. У нас с тобой схожие боевые способности. Мы можем атаковать с такого расстояния, однако, чтобы убить его, нужно оказаться хотя бы в 5 метрах. Знаю. Поэтому основной ущерб нанесем не мы. Рэн Ян, рассчитываем на тебя! Получай! После преобразования она может использовать элементальную силу на полную, находясь на таком расстоянии. Если бы не эта форма, она бы меня прикончила. Но это тело бога. И даже без ментального шторма я не позволю человечишкам ранить его. Целинь, на подходе! Люди, вам конец. Рэн Ян! Что произошло? Я думала, он не использовал шторм. Мы его недооценили. После восстановления он не только не ослабил защиту, но и мгновенно создал оболочку из ментального шторма вокруг своего тела. В тот момент, когда мы с Целинем подобрались ближе, он подавил нашу энергию. Так что мы атаковали меньше, чем на 10% от нашей обычной силы. Нужен другой план. Да. Продолжаем. Есть! Твоя элементальная сила эволюционировала, но ее все еще недостаточно, чтобы разрушить твое тело. А что насчет моей силы? Воспользовался ее силой, чтобы атаковать с дальнего расстояния? Мы сделали это! Да, но настоящая битва еще впереди. Режим битвы. Получив силу, ты сможешь уничтожить барьер. Возможно, даже рассеять шторм, но разрушить его невозможно. Гнездо само по себе его творение. Тело под кровавым резервуаром в основном используется для создания вируса и обычных сражений. Если получится ранить его, оно сольется с гнездом и войдет в режим битвы. В этой форме гнездо становится его телом. Вы будете сражаться с целым гнездом. Получается? Если у нас закончатся силы, мы закончим на обеденном столе этого урода. Будь терпеливее. Нужно время. У вас его нет. Эволюционировавшая сила скоро проявится. Сопротивление бесполезно. Но прежде чем я впитаю всю эту мощь, позвольте попробовать вас на вкус. Наша очередь. Отлично сработано. Моя очередь. Удачи. Я не я, если не уничтожу сегодня это гнездо. Заморозка. Твой черед. Они хотят убить меня этим оружием. Нужно увернуться. Стабилизируйся.
Не ослабляй защиту. Защите пришлось несладко. Что это только что было? У меня будто всю энергию высосали. Все тот же ментальный шторм. Собрав воедино всю свою ментальную силу и созданный ментальный шторм, он направил их в одном направлении. Это увеличило интенсивность и радиус поражения, поэтому задело нас всех. Пока он в этом режиме битвы, с ним не так просто будет расправиться. Если подойдем ближе, то ослабнем, но даже на расстоянии он все равно до нас дотягивается. И как нам сражаться? Два варианта. Либо запутать его, чтобы он не смог атаковать нас. Либо отходим еще дальше и нападаем с дистанции, где он никак не сможет нас коснуться. Гауфея здесь нет, так что первый способ не сработает. Но ты отлично умеешь скрывать местонахождение. Попробую. Этот туман подавляет мою ментальную силу. Не могу учуять их точное положение. Защита! При помощи этого тумана они хотят уменьшить радиус действия шторма. Но это мой храм, и все здесь подчиняется мне! Хитрые людишки атакуют со всех сторон. Пытаются препятствовать ответному удару? Нет, это все их фокусы. Даже если я не смогу выбрать верное направление для атаки, ранить мое тело смогут только те двое, которые хороши в близком бою. Элементальная сила в одиночку сможет только скрыть их местонахождение, но атаки тех двоих раскроют их. Получается, этот туман создан не для того, чтобы прикрыть их нападение. Блокировка! Их цель — напасть вблизи! Рен Ян, возьми его под контроль! Глупые люди, на таком близком расстоянии вы ничего не сможете сделать! Даже ограничив меня в движении, вы не раните меня! А с чего ты взял, что мы хотим атаковать тебя? Разрезание! А их целью были придатки! Нужно найти способ воссоединиться с храмом! Господин, я так долго ждала! Жрица? Получается, мы сможем одолеть его, если разрушим барьер и разорвем связь бога с гнездом? Одолеть и убить — разные вещи. И дело не только в мастерстве и способности к регенерации. Сила бога полностью завязана на его дурацкой ментальной энергии, вот почему его тяжело убить. Можно победить его, уничтожив тело, но его сознание сможет сбежать и захватить любого инфицированного. Чтобы убить его раз и навсегда, нужно заблокировать все выходы для его сознания. И только я смогу это сделать. Ты пытаешься запечатать меня в этом теле? Почему? Я дал тебе силу, сделал жрицей, а ты предала меня, связалась с людьми. Почему? Как ты смеешь спрашивать об этом? Я стала такой из-за тебя. Пускай я сегодня умру, но ты подохнешь вместе со мной. Затянчень, давай же. Озвучил Кокос. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить продолжение. Не забывай про лайки, комментарии и репосты. Ну и все, кто досмотрел до этого момента, красавчики, спасибо вам.